Доброе утро! Сегодня 5 марта 2021 года. Вот нашла какой-то непонятный ручеек. Вот он, видно, что он вот отсюда вытечет. Вот он, видно, журчит там. Вот он идет вот так. Вот он лил, кстати, всю зиму здесь. И судя вот там вот за трубами около забора мусводоканаловской КНСки, вот, видно, что вот там такой цвет непонятный какой-то, коричнево-черный. Вот, еще раз показываю, вот ручеек. Находится это все сзади магазина. Магазин. Вот улица 26А, центральная котельная. Вот еще раз вот так вот трубы идут. И вот непонятный какой-то ручеек. Надо выяснять. Напишем в компетентные органы. Будем разбираться. Всем спасибо. До свидания. Поселение Первомайское, поселок Птичное.